надевается она достаточно просто, надевается она как жилет, надеваются верхние рамки, застегивается все сверху вниз, все точки, все замки. Вот так выглядит страховка с ножными наплечными лямками, поясом и с точками крепления на спине, груди, а также по бокам. При падении нагрузка равномерно распределяется на бедра и плечи и обеспечивает полную безопасность. На ежегодном семинаре по обучению работников управляющих компаний и товариществ собственников жилья, который проводят городские власти, рассказали, насколько важно соблюдать технику безопасности, особенно в зимний период. Комплекс работ, конечно же, в наибольшей степени он легче проходит, безопаснее проходит, когда работники обучены. Это основное требование к работникам. Естественно, к организации таких работ. Но в комплексе мы должны с вами рассматривать, что это зависит от работодателя, который все-таки должен четко следовать установленной организации принципу обеспечения приоритета жизни и здоровья работников. Очистка крыши карнизов от снега, наледей и сосулек – одна из сложных и травмоопасных работ. К ее выполнению допускаются сотрудники не моложе 18 лет и не старше 60, которые прошли ежегодное обязательное медицинское обследование, обучение безопасным методам выполнения работ и имеющие разрешение на работу на высоте. Специалисты говорят, работодатели стали чаще следить за соблюдением техники безопасности и покупают для сотрудников качественное оборудование. Вначале, когда только правила вышли, год-два ушло на то, чтобы люди осознали новые правила, поняли и переложили это на свои производства. Сейчас уже пояса, как было в старых правилах, они уже практически отошли. И все же некоторые специалисты по-прежнему пренебрегают техникой безопасности. В этом году в Самаре произошло 82 несчастных случая. Елена Малютина, Максим Гусев. События.